Ну, Цискоридзе я уважаю как профессионала и очень люблю. Если честно, я не в курсе самого скандала вокруг Большого театра, но мне кажется, в последнее время у нас больше выносится на общественное обсуждение именно скандалов, чем каких-то достижений даже для того же Большого театра. Все-таки мне кажется, что это учреждение культуры, и туда ходят смотреть спектакли, смотреть балеты, а не посмотреть на кого-то, кого сейчас обсуждают в нашей скандальной хронике.